Мы рады приветствовать вас в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Николая Александровича Добролюбова на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию лектората Германской службы академических обменов в Нижнем Новгороде. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, wir freuen uns, Sie an der staatlichen Linguistischen Dobrolyubow-Universität Nizhny Novgorod zum 20-jährigen Jubiläum des Lektorats des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Nizhny Novgorod begrüßen zu dürfen. На сцену приглашается народный коллектив России, лауреат международных конкурсов, академический хор НГЛУ, художественный руководитель Алена Егорова. Wir bitten nun den Akademischen Chor der Linguistischen Universität, den Preisträger der internationalen Wettbewerbe, auf die Bühne. Die Chorleiterin ist Алена Егорова. Исполняется международный гимн студенчества. Es wird die internationale Studentenhymne vorgetragen. Профессора Бориса Андреевича Жигалева и руководителя отдела Российская Федерация и Беларусь Германской службы академических обменов почетного профессора НГЛУ доктора Томаса Праля. Wir begrüßen auf der Bühne den Rektor der Staatlichen Linguistischen Universität Nizhny Novgorod, Professor Dr. Boris Жигалев, und den Leiter des Referats für die Russische Föderation und Belarus des BAD, den Ehrendoktor der Linguistischen Universität Dr. Thomas Prall. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, огромную роль лектората ДАД Нижегородского государственного лингвистического университета для нас, для города Нижнего Новгорода и для Приволжского федерального округа в целом трудно переоценить. Это касается не только языковой подготовки на немецком языке в нашем университете, но и возможности для студентов других вузов Нижнего Новгорода открыть для себя окно в другой мир, в другую систему образования. Само собой разумеется, как важно студентам, будущим педагогам, переводчикам или дипломатам уже на стадии изучения иностранного языка, общаясь с носителем языка, преодолеть неизбежные языковые барьеры. Кроме того, занятия с носителем языка – это конкретный яркий пример урока по страноведению, где используются аутентичные учебные материалы, где у студентов появляется возможность упражнения в аутентичном аудировании и благодаря немецкой методике знакомства с системой обучения и культурой Германии. Деятельность лектората ДАД в ВУЗе имеет большое значение также и для тех преподавателей немецкого языка, аспирантов и докторантов, которые получают таким образом отличную возможность для консультаций по чисто лингвистическим, страноведческим или методическим вопросам. Лекторат ДАД в НГЛУ стал центром притяжения для студентов и преподавателей всего Приволжского федерального округа,
На семинары повышения квалификации по германистике и страноведению, организованные Георгием Матиас, с привлечением референтов из университетов Германии, с большим удовольствием приезжают преподаватели вузов Кирова, Саранска, Чебоксар и многих других городов. Большой популярностью среди студентов вузов Приволжского федерального округа стала ежегодная, уже дважды прошедшая, Олимпиада по немецкому языку, главным призом которой является стипендия ДАД для обучения на курсах немецкого языка в Германии, призерами и победителями которой, наряду со студентами факультета романо-германских языков и переводческого факультета нашего университета, стали студенты из вузов Самары и Саратова. Очень высока роль декларата ДАД в профориентационной работе среди школьников, которые на своих мастер-классах и интерактивных лекциях по языку и культуре Германии буквально зажигают глаза и сердца школьников интересом к немецкому языку. Таким образом, 20 лет деятельности лектората ДАД в НГЛУ подтвердила правильность и мудрость принятого тогда немецкой стороной решения. Дорогие коллеги, дорогие друзья, я поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю дальнейших успехов. Глубоко уважаемый господин ректор, дорогие коллеги и особенно дорогие студенты. Я очень рад, что я могу присутствовать на таком знаменитом дате, потому что в какой-то степени я сам виноват, что мы 20 лет тому назад решили открывать первый лекторат здесь, в Нижегородском университете лингвистическом. И я чувствую, что до сих пор наши лектора любят здесь. Я очень горжусь тем, что когда я вошел в этот зал и посмотрел фотографии наших стипендиатов, сколько я все-таки лично еще знаю. Может, по фамилии забыл? Ну, женская красота, незабываемая штука. Я просто хотел сказать мальчикам, старайтесь побольше попасть по нашим программам. Немецкие девушки будут очень рады. Я лично хотел ректорату и, конечно, ректор поблагодарить за то, что рабочие условия с года в год улучшились для нашего лектора. Такой лекторат, который я здесь вчера видел, редко встретишь. Я могу сказать, такого я вообще не видел, кроме в Минске. Батька тоже следит за то, что народ учит немецкий язык. Я уже вчера рассказал, что для нас регион Поволжье очень важный регион. Не потому, что здесь огромные научные исследовательские центры, академии наук, потому что здесь очень много ведущих университетов и вузов. И не только Нижний Новгород, Казань, Самара для нас очень большие центры научного обмена. И вершина пока предвидится с 1 сентября этого года, когда мы будем первые в Российской Федерации открыть немецкий русский университет. Это для нас очень большое событие, это для татаров, конечно, большое событие. Они большие деньги в прямом смысле вложили в это дело, и мы надеемся, что те 7-8 немецких университетов, которые участвуют в этой программе, будут провести здесь хорошую совместную работу, и я надеюсь, я бывшему министру Татарстана профессору Гельмудинову и сказал, чтобы он включил все поволжские вузы в это дело, потому что здесь не только инженерные науки, здесь и экономисты требуются, германисты, англичане, потому что эти курсы проводятся на английском языке, каждый участник должен знать помимо английского и русского, естественно, английский язык. И потом оба, или все участники этой программы, немцы и русские студенты, имеют два диплома. Русский бакалавр и немецкий магистрский. Я думаю, это на будущий хороший сигнал, и я могу просто пригласить все участвовать в этом проекте. Спасибо.
много есть тут хуторов, есть девушки хваленые. Мне пришлось по душе, у них глаза зеленые. Эй, тирара, тирара, тирара. An der Linguistischen Universität einige Worte an Sie zu richten. Herr Botschafter von Fritsch ist heute leider dienstlich verhindert. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass er, sofern es irgendwie möglich sein wird, in nächster Zeit auch in Nizhny Novgorod reisen wird, die Universität besuchen wird und natürlich auch damit auch das DAAD-Lektorat. Die Zusammenarbeit des DAAD-Lektorats, das mit Herrn Dr. Prahl und seinen Kolleginnen und Kollegen in Bonn eine sehr tatkräftige Unterstützung geboten hat, mit der Linguistischen Universität, dem Rektor und dem Dekan, ist, soweit ich das beurteilen kann und soweit es mir berichtet wurde, in den letzten 20 Jahren äußerst konstruktiv und produktiv verlaufen. Und ich denke, dass die hier anwesenden Studierenden der allerbeste Beweis dafür sind. Das finde ich, sehen wir auch an dieser ganz wunderbaren Moderation, eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Die Außenstelle des DAADs aus meiner Sicht in der Metropole in Nizhny Novgorod ist auch deshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil es hier eben eine linguistische Universität gibt, die sich in ganz besonderer Weise und die Kulturbeziehungen auch zu Deutschland verdient gemacht hat und die in Russland, aber auch darüber hinaus, und da kann ich sagen erneut in Deutschland, einen ganz exzellenten Ruf genießt. So ist die Universität hier zum Beispiel die einzige russische Hochschule, an der bereits zweimal die Germanistikkonferenz des DAAD durchgeführt worden ist. Aber nicht nur diese herausragenden Ereignisse sind hervorzuheben aus meiner Sicht, sondern auch die tägliche Arbeit, das kontinuierliche des Lektorats und des an den jeweils tätigen Lektor oder der jeweils tätigen Lektorin. Gerade ist es Georgia Matthias, die seit 2,5 Jahren hier einen sehr engagierten Dienst tut. Besonders bemerkenswert und sehr spannend aus meiner Sicht ist die Deutsche Olympiade, die Bachelorstudierende des gesamten Föderationskreises Wolga. Die beiden Siegerinnen der vergangenen Jahre, da habe ich eine davon gestern kennenlernen dürfen, die als Preis einen Hochschulsommerkursstipendium des DAAD in Deutschland erhalten haben, waren Studentinnen des Lektorats in Nizhny. Ich denke, dass dieses Ergebnis ohne die ideenreiche und kontinuierliche Arbeit des Lektorats gar nicht denkbar gewesen wäre. Dann vielleicht noch eine persönliche Bemerkung oder eine
relativ persönliche Bemerkung. Ich finde, dass auch die Zusammenarbeit zwischen dem Lektorat und der Deutschen Botschaft in Moskau, auch wenn wir leider ein bisschen entfernt sind in den vergangenen Jahren, äußerst konstruktiv und verlässlich verlaufen ist. Das betrifft natürlich insbesondere die Kooperation mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kulturabteilung, aber auch mit meinen Vorgängern und mir. Ich bin sozusagen die Regionalbeauftragte für das Gebiet Nizhny Novgorod und das immer als sehr, sehr positiv und auch als sehr engagiert empfunden und hatte auch den Eindruck, dass das Lektorat aktiv auf uns zugegangen ist, was ich sehr schön finde und sehr begrüße. Von der Arbeit vor Ort konnte ich mich im vergangenen Jahr anlässlich zweier ganz glänzend vorbereiteter Besuche, einer davon mit unserem Botschafter, persönlich überzeugen. Und wenn ich noch eine persönliche Bemerkung anführen darf, besonders Freude gemacht hat mir jeweils das Zusammentreffen mit Studierenden. Und das hat eben auch das Lektorat und auch natürlich die Dozentinnen und Dozenten hier jeweils sehr gut vorbereitet, wie ich finde. Und das finde ich schön, dass das möglich gemacht worden ist. Ich darf Ihnen, dem Lektorat, aber auch dem DAAD und Ihnen Magnifizenz und natürlich allen Hochschullehrern und Mitarbeitern der Universität für Ihre Unterstützung, auch im Namen meines Botschafters, ganz herzlich danken. Für Ihre weitere Arbeit, die sicher unseren beiden Ländern und unseren Beziehungen in ganz vielen Bereichen zugutekommen wird, wünsche ich Ihnen viel Erfolg und weiterhin ein so glückliches Händchen.